Кардинал Роберт Сара работает в Ватикане с 2001 года. Он помогал трем папам. В ноябре 2014 года папа Франциск назначил его руководителем конгрегации божественного поклонения, дикастерия, занимающегося литургией. За время своей работы в этой дикастерии он включил упоминание святого Иосифа в тексты мессы, адаптировал церемонии к пандемии и добавил новые воззвания к Розарию. Однако некоторые эпизоды отразили его несогласие с папой. В 2017 году Святейший Отец публично исправил интерпретацию кардиналом новой нормы, которая дала епископским конференциям большую автономию в переводе миссала. Кардинал интерпретировал это в общих чертах, но папа сказал, что изменение было существенным и что епископские конференции будут нести большую ответственность. В январе 2020 года кардинал с Бенедиктом XVI опубликовал книгу о безбрачии, когда казалось, что папа Франциск собирается заняться этим вопросом. Это было после того, как 72% участников Синода по вопросам Амазонки попросили папу в исключительных случаях разрешить священническое рукоположение некоторых постоянных женатых диаконов, но только тех, кто живет в труднодоступных территориях. Во избежание подозрений во вмешательстве, папа на покое Бенедикт XVI решил отозвать свою подпись под книгой. С другой стороны, тогда папа Франциск также не допускал отказа от безбрачия. Но кардинал всегда говорил, что его беспокоит то, что его считают противником папы. Я спокоен, потому что я очень верен папе. Они не могут процитировать ни слова, ни фразы и ни единого жеста, которым я выступаю против папы. Это смешно. Это просто смешно. Я служу церкви, Святейшему Отцу, Богу, довольно. Люди пишут против нас, против Святейшего Отца, епископов и кардиналов. Это нелепо. Мы не должны попасть в эту ловушку. Мы должны продолжать учить. Мне все равно, что они говорят. Кардиналу Роберу Саре в июне этого года исполнилось 75 лет. Это возраст, в котором члены Курии передают свое положение в распоряжении папы. Святейший Отец принял его отставку. Но пенсия не означает, что кардинал будет сидеть сложа руки. Так кардинал заявил в этом твите всем его подписчикам: «Мы скоро увидимся в Риме и в других местах».